Сегодня произошло такое историческое событие между епархиями Московской митрополии и Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области заключено соглашение о сотрудничестве. Раньше такого соглашения у нас не было, но сотрудничество все же существует многие годы. И вот сегодня соглашением уже оформлены те вопросы, по которым мы осуществляем это сотрудничество. Участие священнослужителей в религиоведческой экспертизе, участие в решении миграционных вопросов, участие в решении вопросов по сохранению культурных и национальных наших ценностей, воспитание в духе патриотизма, разные направления. И в основу соглашения, конечно, легли такие нормативные акты, как Конституция Российской Федерации, закон о противодействии экстремизму, закон о религиозных организациях и указ президента Российской Федерации номер 809 от 9 ноября 2022 года об утверждении национальной политики по сохранению духовных ценностей. Соглашение определяет формы взаимодействия. Это могут быть различные конференции, совещание, это может быть рабочее взаимодействие по тем или иным острым вопросам. И в рамках соглашения мы можем обращаться друг к другу, получать необходимую информацию, конечно, в рамках допустимым законодательством, обмениваться этой информацией и помогать Министерству юстиции, Управлению Министерства юстиции по Московской области в осуществлении государственной функции, тем опытом религиозным, церковным, который мы имеем. Ну и, конечно, в рамках действующего законодательства рассчитываем на помощь этого государственного органа. Это, конечно, сопровождение уставов, которые сегодня приводят в соответствие. Вы знаете, что на сегодняшний день в Московской области существует 1157 приходов, которые необходимо привести в соответствие с федеральным законом, где изменить уставы. Управление в этой работе занимается, практически 80% уставов уже сегодня принято соответствующие и внесены в реестр. Хотел бы сказать, что в соглашении указаны соответствующие данные по оказанию бесплатной юридической помощи на территории Московской области. И сегодня принято решение, что служащие соответственно митрополии Московской области будут обслуживаться, будут обеспечены бесплатной юридической помощи как со стороны адвокатуры, так и со стороны управления Госюрбюро бесплатно.